Приветствую, друзья! Всем здравия! После видео, где мы проходили без QR-кода в ТЦ, было много вопросов в комментах, что же было дальше после обращения в полицию. Вот совсем недавно получен ответ из МВД. В этом ответе, ну кто бы мог сомневаться, внутренние органы в упор не обнаружили никаких нарушений со стороны ТЦ. И это новая нормальность? Все, ждать от тех самых внутренних органов какой-либо помощи уже никогда не придется. Их мозг полностью поврежден, ибо к нему уже подсоединили щупальца те, кто и затеял всю эту канаоробесную чудовищную ложь. Во время 5-секундного перерыва вы можете поставить лайк. Но мы останавливаться все же не имеем права и направляем еще одно заявление о преступлении, но уже в прокуратуру. Составляем в форме векселя, в шапке данные персоны, ниже кто должен исполнить, а именно прокуратура, указываем, что работникам совершены преступления по статьям 127, 136, 137, 330 УК РФ, а также по статье 14.8 КОАП РФ. А директорам издаются приказы, принуждающие этих самых работников превышать свои должностные полномочия. По сути, директор их заставляет делать то, что они не обязаны и вообще не имеют права. Вместо требований пишем, что мы хотим. А хотим мы, чтобы работника привлекли за превышение, а директора за превышение и еще и принуждение работников исполнять незаконные приказы. Отправляем. И ждем очередной отписки из внутренне пахнущих органов, ну по расчетам это уже после Нового года. О чем сообщим дополнительно. Всем пока, до встречи.